Всем привет! С вами я, Наталья Гудкова. И сегодня у нас с вами очередной прогноз. Прогноз на 13 июля 2024 года. Давайте посмотрим, какая карта дня и какой прогноз у нас с вами будет. Итак, звезда. Сегодня именно такой день, когда надо заниматься своим развитием, да? Посмотрите, как следует эту карту. Заниматься, планировать долгосрочным, в том числе планом. Хорошо также рассчитывать свои силы и возможности. Иногда этот аркан надевает на нас розовые очки. И мы начинаем жить нереально, да, и смотреть на эти вещи. Если ставить четкие цели, ориентируясь только на свой финансовый и временный ресурс, то они приведут нас к успеху. А если мы пользуемся как-нибудь, потом разберусь, то это может быть привести нас с вами к разочарованию. Мечта, да, это некая иллюзия, да, и если мы поступаем и разумно, и живем в реальной жизни, то это хорошо. Но когда у нас с вами заоблачные мечты, то это не очень хорошо. Поэтому желаю, чтобы ваши планы, какие вы наметили сегодня, привели вас к результату, к положительному. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока.